Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме всерьез задумались над тем, чтобы распространить ОСАГО на электрические самокаты. Поддерживают эту идею и в Совете Федерации, ссылаясь на то, что электросамокаты представляют угрозу для всех участников дорожного движения, не имея при этом эффективных систем безопасности. Различные эксперты относятся к данной инициативе скептически. Они резонно замечают, что автогражданка – лишь один из обязательных документов. Если делать все по правилам, то нужно еще паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Трасса 101. У некоторых дилеров Lexus в России закончились запчасти для ТО и ремонта. Как сообщают СМИ, речь, к примеру, идет о тормозных колодках. Автовладельцы сами пытаются их приобрести и приехать на замену. Также проблемы возникли с элементами подвески. Не осталось, в частности, оригинальных рычагов. Ждать новой партии якобы необходимо несколько месяцев. Самый дешевый новый Lexus, кроссовер UX, добавлю, стоит сейчас минимум 3 миллиона 286 тысяч рублей. Трасса 101. Британская компания Castrol прекратила поставки автомобильных масел в Россию, хотя, по данным российского офиса фирмы, она официально не объявляла о своем уходе с нашего рынка. Бренд, как известно, тесно сотрудничает с ведущими европейскими автопроизводителями. В частности, продукция Castrol рекомендована к использованию на авто марок Volkswagen, Audi и Skoda. Сейчас масло Castrol доступно для покупки в интернет-магазинах. На том же Озоне 4-литровую канистру синтетического Castrol Magnatec 5W40 можно приобрести примерно за 5000 рублей. Трасса 101. Ульяновский автозавод создал дом на колесах. Основой для него стала модель «Профи», цены на которую сейчас начинаются от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Стоимость самого кемпера пока не озвучивается. В базовой версии он оснащается кухней, душем, кондиционером и другими опциями. Диван-кровать придется оплатить дополнительно, как и холодильник, портативную газовую плиту, биотуалет. Автомобиль укомплектован стандартным бензиновым 150-сильным мотором объемом 2,7 литра. Привод задний либо полный. Трасса 101. А «Черри» не отказывается от планов привезти в нашу страну в этом году новый компактный кроссовер «Амода 5». Он призван стать конкурентом других китайцев «Джили Кул Рэй» и «Хавейл Джолион». Машину начали выпускать зимой. Оснащается она бензиновым 197-сильным турбомотором объемом 1,6, трансмиссия 7-ступенчатый робот. В будущем, возможно, гибридная и электрическая версии. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».